Лосиный остров обратится в суд из-за строительства жилья у его границ. Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Руководство национального парка «Лосиный остров» подготавливает судебный иск в связи со строительством у его территории жилого комплекса «Сказочный лес», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды России. Для строительства объектов на территории особо охраняемой природной зоны федерального значения необходимо разрешение на строительство, которое Минприроды комплексу не выдавало. В министерстве сообщили, что застройщик уже не раз привлекался к ответственности, а департамент в 2018 году отказывался от согласования строительной документации. Жалобы также были направлены в прокуратуру, Росприроднадзор, другие контролирующие органы. Как сообщает издание «Коммерсант», строительство комплекса проводит петербургская компания Seven Suns Development. Его планируется завершить к 2021 году. Будет построено 4 корпуса на 1803 квартиры, 300 из которых уже продано. На этом у меня все. Еще больше новостей из жизни столицы можно найти на сайте mymsk.online. Пока!